Время 3 утра. Че ты гости, блядь, до 5 спать, не давай, ёбни. Это я сам не спал, потому что мне не хотелось. Ты в итоге не спал? Нет. Смотри, можно тут заехать. А можно, помнишь, поодаль чуть-чуть. Где заедем? Давай, давай! Я уже устал. Мы едем! И меня вкус не сильно смущает, я люблю чай. Любишь чай? Yes. Где-то сзади. Что, переедем? Ну я прям как комар. Я к тебе подъезжаю, я опять стою здесь. А ну-ка. Как комарик. Резина новая, ребят. Не тракторная теперь. Я впервые подсосался на колесо тебе. Вообще, знаешь, рядом едешь, стена, за тебя заезжаешь. Прям вообще чувствуется, конечно. Мы уж почти 30-ку проехали. Едем дальше. Забор. Ни хрена. Ребята, мост строится. А? Заезжай, заезжай.
Почему? Прикалывается. Ребят. Если бы я ножками до пола доставал, все нормально. А по песку в гору. Ребят, там мост. Не, не, ну видно так. Ребят, когда стоишь, парит вообще пипец. Едешь, едешь хорошо. Останавливаешься, с тебя прям текучка. Ягодным будем сильно отпивать за нами. Ребят, у меня волжанка с лимоном на гидраторе. Да. Мост отряд номер один, кран. И на нем уже жертв до хрена. Жертв? Ну, мужики умирали. Ну, несчастный случай, падали, давило, топились. Там где-то. Можно попробовать. Да. Николай пропал. Так, так, так. Обожаю. Так, 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 блядь. Я весь это в пыли. У меня все в пыли. Опа, ребята. Опа, надо. Опа. Оп. Оп. У меня на месте под глаз. Езжай. Мы езжай. Опа. Соленые. Сладкие, ребят, соленые. Кисловатые чуть-чуть. Немного соды отдают. Ля. Да такая черная. Ужас какой. Как масло прям топленое. Десять, пол одиннадцатого, короче, время, ребят. Проехали хрен знает сколько. Около 35, наверное. Хорошо едем. Резина вообще нравится. Николай говорит, что насекомых слишком много. Выехали мы из леса на асфальт. Едем по асфальту, чтобы заехать в лес. Ну, практически мы сейчас в лесу находимся. Волги мы не видели. Парилка. Блин, ну резину все-таки я слушаю прям балдею. Ты теперь хотя бы едешь. Да. Ты не балдел. Я сопротивлялся, когда я на той ехал. Ребят, я 6 лет на нубиниках сопротивлялся езде, представляете? Я сейчас еду, велосипед едет. А на той резине не пришлось, точнее, приходилось прям сильно вкручивать, напрягаться. Красота. Наконец-то спуск. А, да. Подождем Николая. Николай! Твоя любимая. А, ура! Ура!
Тяжело тебе? Николай, не надо, не надо. Копи силы. Что-то жарковато как-то, да? Магазин. Там гравий карбоновый. А вы как мальчик по одному. В смысле много? Нам что, сейчас 2 часа ехать, что ли? Знаешь, сколько нам ехать? Mm. Много. А как мы поедем? Куда? До Хрещёв. Дальше скажу как. Сейчас мы проехали сколько? 50. У меня 37 тысяч. У меня 50. Почему? Не знаю. Я пишу 37. Второе, смотри. Вау! Тоже печеньки, смотри. Мы будем думать, что надо быстрее, сейчас на мне пока едем. Или сейчас еще хуже сделать. Оно очень вкусное, да. Улет. Привкус такой. Знаешь, на что похоже? Непонятно. Какой-то ванильный. Это фрикселла, которая? Ебанит. Нормально. Я ел его. Ебани, ебани. Написано, да, да, ебани. Да, она, да, это ебани. Сыр. Да? Стрепстелла — это сыр. На, ебани. Я знаю, что... Да ебани ты. Не хочет. Не хочет. На, заебал. Я не хочу. Да кусани. Ребят, тут сыр в мороженом. Козий сыр. Тут собачий. Кого тут нет. Опа. Ау! Я хочу посмотреть на воду. Такой уходик. Слушай, он широкий тут. Да. Дно я вижу, но я все равно там утонул. Надо было велосипед показать, что ли? Че у тебя с велосипедом тут? Велосипед тонул, блядь, на канале не был. 29-е колеса, гидравлика, шимановская. Топталки нейлоновые, здоровые, цеплючие. Сзади сковорода, ребят. Сковорода нереальная. Сковорода нереальная. 12 скоростей. На сраме. Да. Без натяжителя. Ну а тут все понятно. Вилка. Вилка воздушная. Представляете, да? И блокировка, кстати, демпфер необычный, смотрите, он отщелкивается. Прикол, да? Прикол, да? Вот так вот. Палка длинная, 780, по-моему. Классный лесик. 50 тысяч. Россия. Самое главное, ребят, смотрите, что у нас есть. Мы стали наркоманами. Это первые в жизни наши дозы. Здесь много всего есть, много чего нет. Это ягоды, там апельсин. Мы потом поменяемся, ну, будем пробовать, короче. Ну, я предвкушаю то, что ты просто уже... Говно? Вообще же такие штуки, когда они с апельсином, они приторно-мерзотные, крахмально вяжут. Чё, как? Хуйня? Языком был. Была
какая-то хуйня типа Гербалайфа, намазка на бутерброды с витаминами. А, прям... Ой, какая-то... смотри. Какие-то витамины были, которые надо было на печеньке мазать, понял? Угу. Вот, на эту хуйню похоже. У меня тоже апельсиновые были. Ммм. Да? Фу, блядь. Они все гадкие. Вкус такой, знаешь? Химозный. Ну, мы потом поменяемся, если второй будет пить. Мне очень интересно, чья ебания. Ну, хочешь пососать? Нет. Нет, какой-то прикол в этом есть, но... Ну, не ебанутая вкуснее. А все, попить мы не скоро возьмем, да? Сели я только в цирку. Распробовал. Вкусная хуйня. Жить можно. Ребят, первый раз гель. Сейчас поедем до Ульяновска и потом доедем сами уже, ну, по другому берегу. Меня не покидает ощущение, что я пью кондиционер для белья. Сука, точно похоже. Ты пробовал? Нет, ну пахнет одинаково. Вот, 65 километров, ребят. Николай сзади, поле справа, Волга слева. Гель внутри меня. Гель, кстати, сработал, мне кажется. Прям будто и не ехал я 65, серьезно. Интересное действие такое у него. Вау, поле! Вау! А что это за хуйня? Кукуруза, что ли? Мужик странный. Он начал делать. О-о-опа! Видит, я не. Ну понравилось. Сейчас я и на капот прыгну. По стеклу задним колесом. Смотри, как круто, а! Бля, я так люблю поля, Николай! Походу гель вставил меня. Походу оно, блядь. Да, оно реально красиво, но я не знаю, что это. Пшеница. Какая офигенная. Такая нежная, такая зеленая. Ветра нет, парилки нет. Вау. Вау! Ой! Резюмируя, мы сегодня собрались просто покататься. Непонятно как, непонятно куда. Впервые за долгое время. Маршрут примерно помню. Едем по наитию. Я просто знаю дороги, куда ведут. Едем вот так. Николай, конечно, сегодня жару дает. Не ожидал от него такого, ребят. Едет, не жалуется, валит вообще. Всем таких друзей желаю, ребят. Вот, поля вот такие, ноги вот такие. О, виды шикарные, ребят. Вот тут началось то, что я хотел. Разнотравие, цветочки. Блин, ребят, рожь пшеницы не разбираюсь. Там Волга вдалеке. Верный друг. Верный? Или нет, блядь? Ладно. Ну, короче, хорошо. Жара, конечно, нереальная. У нас под 40, под 45 на солнце. В тени по 35, по 34. Вот. Вообще, планы сегодня большие. 150. Не знаю, получится или нет. Но гели, кстати, гели — это тема. И солевые таблетки тоже тема. Вообще, соль — это тема. Кто говорит, что соль — это плохо? Козлы, блядь. Соль — это тема, ребят. Просто вот на домашней еде это вкусно, полезно, усваивается, все тоже хорошо. Но вот если вам в день заехать большую дистанцию с комфортом и чтобы настроение и энергия была, лучше не придумать. Бля. А,
У меня еще резина новая, гайс. У Николая новый велосипед, у меня новая резина. На прошлый я откатал 6 лет. Да. Накат, конечно, пушечный. Это вот прям несравненное ощущение. Кстати, запрет на посещение лесов. Вон запрет. Вон. Смотрите, какой мужчина завидный. Ой, хорош, ой, хорош. Кстати, очки мои на нем, да. Я его сопровождаю, обеспечиваю. Завидный, но ничего своего нет. Ничего своего, слушай. Вода, короче, тут хорошая. Ближе к Тольятти кисель. Зеленый кисель. Гадость. Ой. Ой. Да. Ой, блин. Кисель пошел. О, хорошо. Ну вот, короче, бескрайние просторы. Вот солнце выходило на чуть-чуть, и ветер был. Было плохо. Николай прям за мной ехал. А я по ветру херачил. Вел. Было тяжело. Сейчас хорошо. А вот там Ульяновская область. А на другой стороне у нас Сенгилеевские террасы, или как они так называются. Съездим на Омике туда с Вильки? Да, я смотрел цены недавно. Хочешь? Да. Я очень хочу. Да, хотя бы расширяет. Да, ребят, так что Омик будет. А вообще тут все, кто говорит, где видео, у нас две разные семьи, мы не в одной живем, каждый свой, почти женаты, почти с детьми. Ну, ребят, какие видео, вы понимаете? Вот на это я потрачу весь день, а видео это займет минут 15. Ребят. Смотрите, как шпарит, просто мужчина. Настоящий самец идет к своей цели и проблем не видит. Ух. Сейчас будет драка за полосу. Драка! Прогнулся, бля. Вот так, ребят. Это все Волга. Все Волга. Там острова. Тоже Волжск. Вода, все Волга, запах Волга, ветер Волга. Ульяновский расчетный период. Не, ребят, телек я не закинул. Мы катаем, просто видео я не снимаю. Времени мало. Зачем снимать? Катки 20 километров по городу. Чисто ноги размять. А, не, нормально. Можно? Ну, зона-то пешеходная. Короче, там Волга. Можно проехать до конца. Тут вот типа ресторана. Непонятно. Смотреть можно только вот его. И за него можно заехать. Ну там нихера нового нет. Столик вот такая есть прикольная. Газон прикольный. Он тут везде, кстати, с поливом, видишь? Он везде тут. Газон респект, все
О, собака. Да. Вот бы она с нами до дома добежала своего. Ой, прикольно. Вода. Вода. Там, кстати, Ульяновская область уже за нами. Там добрый трасс. Да. Это, кстати, все рыбхоз, по идее. Но он уже не существует. Ебать, грязно. Че, нам туда? Да. Самый сложный сейчас участок. Поехали, слепу. Там тоже жарим? Да. Да. Надо? Надо. Ой, извини. Такие приставучки, а? Ребят, лес. Аккуратно, палка. Лес странный, ребят. Заросший, одни слепни, блядь. Непонятно вообще, кто тут ездил, кто нет. Такое ощущение, что здесь нас, ну, ждут. Буквально. И не за благими делами. Нас хотят убить. Ребят. Ну, лес странноват, конечно, да. Если бы слепней не было, было бы лучше. Что делаем? Едем. Блядь, поехали секретами, не бедствие. Взял прям по дороге проехал. Тут бежим. Бежим. Не знаю. Вот дорога, этот все разворотил. Это. Сейчас выезд будет. Да.
От слепней, мы ехали от слепней долго, нашу дорогу распахали, в поле было жарко, дорога до дома еще ехать и ехать, нас тошнит, мы заедем. Да. Ребят, кажется, мы нашли наш клондайк. Смотри на все зелененькие. Бля, это горох реально. Будешь? Это на дурака написано. А тут зеленого уже нет, он на горох. Вот. Иди сюда. Смотри. Да. Вот, куча зеленых. Смотрите, ребят, горошек. Да. Его по-любому же нельзя жрать. Ребята. Вот прям меня передернуло в прямом эфире. На самом деле, вот когда мы ехали от Авадов по полю, когда шли по перекопу, я думал, мы умрем. Сначала облюемся, обдрищемся и умрем. Мы остаемся здесь. С малиной, ребят, короче, говно. Точнее, с ягодами. Говорят, калай, вообще кал, блядь. А мне теперь дали... Сейчас попробуешь, правда, апельсиновый намного лучше. Дали с апельсином. Мне только вот это и топ. Оп. Я не знаю, может его на полторашку воды разводить.
Ну, приторно говорят. Некоторые пишут прям приторно, типа есть нельзя. Да, я так же делал. Ну, апельсин песня по сравнению с этим. Сейчас сигареты пахнет, сигареты пахнет дешевый. Приятнее. Не сказать, что вкусно. Будем откровенны, на упаковке и не написано. Не ебаться, какая вкуснятина. Да. Второе за день, ребят. Спать я буду, не буду, не знаю. Ой, надеюсь, там видно соплю у тебя у нас. У меня Snoot Rocket был. Чё? Звучит как какой-то гейский прикол. Тут хотя бы обычные, она очень широкая. И один хуй места нам нет своих. Смайли фейс. Что-то такое интересное. О, с лимоном. Обожаю лимон. Что интересное? Паленый Липтон. Ну, это вкусно же. Интересно. Прикольно. Девка выезжает на такси. Сначала в лицо, и потом медленно на ноги. Давай ты сразу. Поздравляю тебя. Завершение на себе. Красную машину. Еще века. Там одинаково, грубо говоря. Буду думать, ебанутый. Пока. Один для себя.